Э, привет, Анька. Я тут э, подумал, это типа, ну, ты классная. <свист> Не спорю. А ты милый. Тебя бы только. Э, ты чего? Она у меня с четвертого класса. <свист> вот именно. Одежду из детсада украл. Что? А ничего, взрослый, а одет, как малолетка, я с такими не общаюсь. Что, брательник, в активном поиске все сложно? Нереально! А есть такая профессия: девчонок, женолог или там э... кто по одежде подскажет? Ну или так? Эй! Подслушивать нехорошо! Поехали! <с laisser> Казанова! И зачем мне швея? Лучше самим купить. Вообще-то, не швея, молодой человек, а закрощится, причем второго разряда. Так что вы хотели? Здравствуйте. Мне бы ну это получше. В общем, мой брат влюбился в девушку, а ей не нравится, как он одевается. Ох, молодые люди! Любовь это святое. Ух ты! Прямо как в фильмах про ковбоев. Там гробовщики еще такие. Вы извините, просто брат определяется, кем ему стать в будущем. Вот и интересуется разными профессиями. Ну, это вроде не совсем мужская работа. Да вы что, молодой человек? Хотите сказать, мол, настоящие мужчины чего-то не умеют? Да как? Да я все смогу, освою! В детстве это, крестиком пробовал вышивать, правда, кружочки получались. Ну вы только скажите как, и я уж! В средние века закройщиками были только мужчины. Они издревле считались специалистами по разработке моделей одежды, изготовлению лекал, выкроек. Выбирайте, молодой человек. Вау, это что? Я буду кем-то из них? Нет, вы, молодой человек, будете собой. Индивидуальный подход, специфика моей профессии и признак высокой квалификации. Я просто хочу понять, какой образ вам ближе. М -м -м, вот этот. У вас зрение хорошее? Что у вас по черчению в школе? Единица. В смысле зрения? По черчению четверка. А сколько надо? Хорошо. Но чтобы стать закройщиком, вам еще нужна хорошая координация рук. А главное, разбираться в моде и без слов понимать, чего хочет ваш клиент. Только если он не девчонка. А это уже с опытом приходит. То есть, типа, на это нигде не надо учиться? Ну, почему же? Базовые знания вы сможете получить в колледже. Стандартный срок обучения 3 года 5 месяцев. Улучшить их можно на специальных курсах повышения квалификации. Вот только сразу работать, как я, не получится. Придется поработать и набраться опыта на рутинном производстве. А уж потом... Зато платят всегда неплохо. Закройщики сейчас очень востребованы. Ма, ты скоро закончишь? Сериал пропустим! Ань, подожди, тут у меня клиент. Кстати, приличный молодой человек. Представляешь, ради девушки меняет свой имидж. Лех, ну все я! Чего ты торопишься? Я премного благодарен вам за брата. Вы не представляете, как вы помогли ему. А знаете, что что у нашей пиццерии предусмотрены скидки для самых талантливых и обаятельных клиентов. Ой, ха -ха -ха, ну что вы. Пока, мам. Я в кино. Э С Иркой. А, а сериал? Ну что, Казанова, пора домой. Не, я позже. До кино меня добрось.